немножечко обозначим. Зеленый это голубой, желтый его тоже. Посмотри. Я как бы вот этим инструментом делаю вот такое катание краски. Смотри, о, катание. Прикольное? То есть оно уже создает хорошую рябь. Вот она рябь. Посмотри, что делается. Но это не вот так, а скорее мазок. Просто тряпка таким образом осуществляет идею мазка. Смотри, какая рябь уже. Потом мы ее дополним. Но уже. Давай. Так, розовый. Да, голубой. Но плюс коричневый. Что делаешь? Кладешь на холст и вот, вот такими действиями, рывочными, вот они, вот они. И в эту сторону, и в другую. Вот так. У тебя будет мерцательно и плюс еще и коряжесто. Импрессионистично. Лежачая к холсту. Есть там и вот такое. Посмотри, я делаю это лежачей кистью. Такой немножко рваный характер укладки. Хороший храм, конечно, очень. Сейчас, сейчас. То есть чуть-чуть обобщительно. Смотри, позбивать. Вот, водичка у нас там есть, намек, но можно его немножечко усилить. Уж вообще ни одной краски никакой не было. И нормально. Вот это, я понимаю, высший пилотаж. Ну, конечно, с красками решил. Идейку ряби воды, то есть такой творогом краски. Можно там усилить голубой, это у меня кисть была такая была. И потом тоже заслонительно расправиться. Усилить все-таки где-то. Усилить. Усилить. Хорошо? Только. Ой, откуда эти крокодилы? Ну ты когда делала их? Неужели тебя ничего не ёкнуло? Не ёкнуло? Ты продолжала крокодилами облепливать дерево. А я думала, я листьями. Ой. Чего вдруг? А как ты их добилась? Вот покажи мне. Технический ход, которым ты этого... Ну, покажи, покажи. Пока не крокодил. Нет, ты как крокодила делала, покажи. Покажи, ну покажи. Интересно же. Ход мысли интересно. А как я потом уберу? Ну, ты же уже наделала. О, правильно. Что мы сделали? Мы взяли ком краски, принесли на холст, и положили. Конечно, у нас крокодил. Кисть можно же заострить. И тончайшими, в ней и так красочка осталась, тончайшими звуками продлить стволики в веточке. Вытереть. Зачем же ком краски нести и оставлять вот такие жуткие следы? Поняла, да? Больше так никогда не делаешь. Значит, чтобы с крокодилами расправиться, вот такой способ есть. Но лучше их, конечно, не делать. Значит, поуничтожаешь крокодилов.
И потом действительно тряпочкой. Угу. Листочки. Вот они, вот они. Но тоже не только макаем, а и чуть-чуть мазочек. Чуть мазочек. Хорошо? Вот такой. И так же кусты, да, внизу. Да-да-да, немножко. Но там темновато, хорошо? Угу. То есть не на свитле там. Вот это, вот оно, вот оно. Но и это мы, на этом мы не закончим с листвой. Для того, чтобы нам не придирались, что мы так упростили себе задачу, мы потом возьмем кисточку и нашвыряем много-много вот этих, как бы те, которые на переднем плане. Как бы те, которые на переднем плане. Они перебьют те, которые мелки от тряпки. Вот эти вот стайки. Но среди них есть и более темные, да? Посмотри. Да. И вот оно уже непонятно, как мы это сделали. То есть мы явно изощрялись и так, и сяк, и бряк. И это уже делает нас все-таки богатыми по возможностям, а не примитивными. Вот они там раскричались. Ну я что же не понимаю. Ой, ну, что? Ой. Ну, что? Смотри, что ты делала. Ты группировки этих листиков вставляла в эти промежутки. Да нет, я же вот так хотела понять. Ощущение, что ты заполняла вот эти пустоты. Посмотри, посмотри, ну посмотри, вот посмотри. Вот скажи, что не так. Конечно, нет, ну не крупный, надо просто... Ну это очень невкусный ход. Как же тебя угораздило? Мало того, там есть ритм мозга. Ритм. И я начинал с ритма. Ритм мазочка. Они тебе в разные стороны, просто заполняло пространство в разные стороны. И это очень несъедобно. Как же тебя угораздило. Так все было хорошо. Вот здесь ритм есть хорошо. То есть дай сотню, а лучше даже 200 мазочков, перебивающих этот кошмар, который ты натворила. Более свету не дай их. И перегораживающих ветки свои. Смотри, как живут лепестки. Вот жизнь лепестков. Они не живут внутри. Они перебивают целой стайкой. Кронообразный, такой зонтичнообразный. И они ритмичны. Ты согласна, что это хорошие ребята? Да, вот таких ребят накидать. Мою фамилию не указывайте. Сзади девушка. Точно. Смотри, смотри. Меня дом проверяет. Смотри. Вот такое. Хорошо? Ну, потом можно немножко темнотиков. Чуть-чуть темнотичков. Тоже чуть-чуть можно. И тоже в этом же ритме. Ну, сначала я связываю. Ага. Это направленность. Нет, я думаю, что тоже не рисуют. Почему не в этом направлении? Почему они в этом направлении? Вот, это ж новые. Ну почему? Ну я же вот стоял и выстраивал этот ритм. И вдруг... Как попало? Как попало? Ну ритм. Запомни. Вот хорошо, что ты сделала это. Никогда так не делай. У листвы есть ритм внятный. Импрессионисты из этого ритма раскрутили целые картины. То есть у них все заритмовано. Трава заритмована, даже небо и то делают ритмом.
Ритм. Не как попало облепливаем ветви, а с ритмом. Ладно? Ну пусть досохнет. Нет, я доделаю как-нибудь.